Чего ты ждешь, во-первых, от этой игры? Только победы. Не пошла игра, все плохо просто. Получилось. Наверное, ты довольна своей игрой прежде всего и игрой команды? Команда игрой, безусловно, довольна. Мы сами от себя не ожидали, что сможем так настроиться, так выложиться. Показали, в принципе, не все, что мы могли, но, думаю, две трети вы увидели. Своей, процентов 70. Ну, и мой коллега Артем Шмельков, наверное, многие телезрители сегодня могут тебя одним из лучших игроков назвать точно. Чем именно недовольна? Ну, в смысле лучшему? За что? Нет, я думаю, у нас сегодня Людопа снова расстрелялась, поэтому я думаю, у нас... Хотя, вы знаете, у нас все показали себя, командная игра именно была, не кто-то один, не кто-то сам, мы все вместе все показали. За счет чего в первую очередь сегодня команда именно так выступила? Может, соперник не в лучших кондициях был? Ну, я не знаю по поводу соперника, мы с ними играем первый раз в сезоне. Я думаю, просто вот за счет командного духа. Каждый один за всех и все за одного, как говорится. Я не могу не спросить, ты достаточно молодой игрок еще. И... достаточно молодой, да. И можно сказать, что ты звездной болезнью никогда не заболеешь? Ты можешь сказать вот зрителям? Я скажу, да, я никогда не заболею. Сестра помогает? Сестра, все помогают. Но я сама этого очень боюсь, на самом деле. Не хочу никак. Я обещаю, что не будет такого. Клянусь, не будет. Спасибо тебе большое, счастливо. Спасибо.